Всем привет, это я. В общем, я вчера уже делала голубцы из капусты. Капуста пекинская, но она почему-то цветет. Это, наверное, салатный такой сорт. Вот. Я хочу показать, пока я все листья не оборвала. Вот. В общем, вот такая вот у меня выросла капуста. Вот. Я уже вчера обрывала. Вот, ну, вот цветочки здесь. Вот, я где-то на сайте смотрела, видела, что вот такая капуста, у которой нет вилочков, и вот здесь цветочек такой желтенький, это салатная капуста. Вот она у меня. Я вчера взяла, оборвала листики. Просто вот большие листики вот тут были. Вот я их оборвала и сделала голубцы. Голубцы получились вкусненькие. Такая капусточка, что-то такое среднее между капустой и щавелем. В общем, такое кисленькое получилось. Ну, вкусно получилось. Вот. Здесь у меня огурчики. Вот так я их сажаю. Вот. Я в луночки сажаю. Вот они у меня так выросли. Вот здесь, наверное, не посадила, что-то ничего не взошло. Надо снова замочить. Вот у меня огурчики. А здесь это вылезли кабачки, они сами вылезли. Это мы сюда навоз складывали. И они у меня вылезли сами. Вот растут с огурчиками. Вот так у меня огурчики растут. Вот они. Вот они. Вот. Еще я вот сюда посадила огурчики. Вот так сделала вот такую кучу из навоза. Немножко земельки подсыпала. Я сейчас все сниму. И начну поливать все, потому что земля сухая. Даже под дождь шел, все равно сухая. Здесь у меня тыква. Я уже вот второй раз. Второй заморозок убил у меня первую тыкву. Вот я снова посадила. Вот у меня вот она дружненько вылезла. Вот здесь я еще не прополола. Здесь у меня капусточку мы посадили. Это капусточка белокочанная. Вот принимается. Вот здесь тоже у меня капусточка такая белокочанная. Это вот первая у меня капуста. А эти вторую, это мы уже сейчас подсаживали. Я хочу, значит, развести или марганцовку. Или же, потому что мы сюда сажали, у меня почему-то все корни съели какие-то червячки. Я вытаскивала, смотрела, вот у меня на этой грядочке вот три капусточки только осталось. Остальное вот мы недавно сажали, потому что всю капусту у меня съели какие-то черви. Вот, и потом, значит, я один раз обрабатывала уже. Я один раз поливала марганцовкой разбавленной, вот лилии мои. Я один раз это марганцовкой обрабатывала разбавленной. Потом, значит, я это... отраву покупала. Ну, от жуков, от всех, в общем, в этих в стеклянных вот ампулах белые. Да, ее разложена такая белая. Я под корни поливала. Я, значит, на большое ведро на большое ведро разбавляла. Там чуть-чуть больше 10 литров. Вот. И, в общем, под корень прям каждую капусту поливала. В общем, ну, так получается, что то заморозки, то черви. Вот так у нас в этом году. Вот. Здесь вот у меня ирисы вот такие вот красивые. Вот. Вот сейчас солнышко ушло. И они вот так красиво. Вот они без солнца такие красивые. Когда солнышко светит, они не очень. А вот вечером, когда вот смотришь, солнышко заходит. Прям ну, такие красивые. Это синие вот ирисы. Это желтые. Такие вот они красивые. Я эти ирисы покупала у бабушки на рынке. И вот посадила. Я, уже года три они у меня растут. Три или четыре. Вот так вот радует вот глаз наших. Глаза наши радуют. Вот такие вот цветочки. Красивые, очень красивые. Мне нравится. Вот. Вот здесь у нас вот ранняя капуста вот немножко разрослась. Здесь у меня петрушка.
А здесь вот я еще не прополола. Это вот лук мы сажали на зелень. Вот видите, что трава как прет. Как в песне «Меня прет, меня прет». Вот так вот. А это у меня взошла, это тоже недавно прополола, петрушечка вот у меня взошла. Укроп сам вылез, там мы сели грядочку. А здесь вот он сам вылазит везде, вот петрушечка у меня здесь. Вот хрен у меня растет, я его не стала убирать. Здесь вот такие цветочки, не знаю, как они называются, еще не цветут, сирень. А это вот расцвел такой цветочек красивый, синеньким так цветет. Это сорняк какой-то, но так красиво цветет. Вот у меня цветок, я вот не помню, как он называется. Крапива, правда, вот начинает цвести. Вот, это золотой шар, такой большой. Вот. Вот у меня капусточка маленькая еще там. Вот у меня где померз перец. Он вот из пластиковых листьев идет, а вон там в конце несколько штучек я посадила. Вот у меня вот. Вот здесь я посадила горький перец, у меня оставался на окошечке. Вот недавно я его высадила. Недавно. Виноградник вот почти пустой. Ну что-то есть. Ну, это такие жировые, по-моему, ветки. Не знаю, что с ним делать. Надо будет почитать. Вот. Вот это у меня фасоль. Вот, 4 грядочки. Было 6. Осталось 4 после заморозков. Вот. Фасоль неплохая. Вот. Ничего. Пойдет. Тоже надо пропалывать. Вот она уже попёрла, вот пошла, видите как? Вот там здесь вот что-то так часто посадили. Вот, вот у нас лук. Это мой лук такой большой. Вот. 5 грядочек лука, немножко чеснока. У меня там еще чеснок, а это капуста. Ранняя капуста, вот уже. Вилочки, капуста неплохая, я скажу. Вот уже вилочки такие большие, самый большой. А эту капусту съели черви. Вот она как остановилась в росте, я ее специально не вытаскивала показать. Я вытаскивала, корень смотрела, черви съели. Вот. А это ничего вроде. Вот самая большая такая капусточка, неплохая. Вот вилочки уже завязывает. Вот тоже маленькая вроде, а уже вилочек там вот. Вот такая у меня капусточка. Это ранняя капуста. Там я высадила, значит, табак. Вот только-только вот высадила. Потому что холод, боялась, что он замерзнет. Вот принимается. Вот здесь у меня помидорки. Это мне соседка дала, потому что мои померзли. Вот, ну, неплохие. Вот тоже посадила, вот недавно принимается. Вот даже подвял еще. Утром хорошенькие прям стоят, ну, принимаются. Вот. Здесь вот у меня цветная капуста. Вот тоже стояла долго. Вроде бы пошла. И то не вся. Тоже, наверное, черви там корни грызут. Что-то она мне вот так не нравится. Но вот это вот пошла. Вот ничего. Вот. Вот. Вот столько у меня. Это цветная капуста, грядочки. Здесь я посадила маленькие перчики. Это сладкий перец. Там горький перец. Это мы купили на рынке рассаду. Посадили. Это томат мне вот соседка дала, я высадила. Здесь у нас пока горох, но я еще подсеяла. У нас померзла кукуруза между рядов вот здесь. Я посадила еще, ну не знаю, еще не вылезла. Вылезет, не знаю. В общем, так здесь вот горох пока вылез. И то здесь была трава, я пропалывала, наверное, половину выдергала. Надо тоже хотела подсеять, надо тоже подсеять. Вот так вот кабачки сами вылазят. Вот. Здесь у меня
семечки, подсолнухи. Это белые подсолнухи большие такие. Вот здесь у нас клевер растет. Вот такой вот большой клевер. А здесь у меня цыплятки. Я сеточку вот поставила, чтобы у меня сюда вороны, кошки не залезли. Вот, не знаю, видно, не знаю, нет. Вот у меня цепушечки здесь. Это два выводка, первый и второй. Вот, вот так вот. Они у меня здесь. Здесь тепло, хорошо. А здесь у меня клушка. 6 штук. Это первая клушка, но вылупили 6 штук. 12 яиц сложили, 6 штук вылупились. Вот она сидит, вон они бегают у нее. Вот я ее сюда поместила. Вот. Здесь у меня тыковка. Вот так я ее сажаю в луночку. Каждый год я так сажаю ее. Вот, ничего вроде неплохая. Это маленькая тыковка. Такая вот одноразовая маленькая. Я сорт не помню уже. Я покупала семена в магазине, посадила. Вот уже третий год я сажаю. А семена свои делаю. Вот у меня вот такая неплохая тыковка. Здесь у меня кабачки. Кабачки, патиссоны. Вот я здесь подсаживала тыкву, потому что вот, вот так вот. Вот они у меня растут. Ну, я считаю, неплохо. Вот здесь у меня клевер тоже. Потом мы его скосим, перекопаем. Вот здесь, чтобы трава не росла, я посадила немножко клубничку. Но вот трава прет. Надо везде пропалывать. Не успеваешь. Вот. Огород вроде бы маленький. Вот здесь вот у нас вот это кукуруза у нас не померзла. Отошла, видимо, то, что здесь вот сосна растет. Наверное, как-то прикрыла ее, что ли. Здесь я подсеивала, вот уже вылазит. Вот она. Вот. Здесь. А это у меня морковка. Вот такая вот хорошенькая морковочка, грядка. Показать, как. Одна грядка, и там вторая. Это у меня кошки вот на первой грядке, которая ближе к малине. Мне перекопали кошки, и я пришлось... Там вот мы подсеивали, но она еще не вылезла. Мы недавно подсеивали. Вот такая морковочка неплохая. Вот. Прореживать я ее не буду. Она и так вроде бы так не густо растет. Малина сейчас цветет. Малины много вроде бы. Вот малина у нас здесь. Вот. Вот грядочка морковки у меня. А там вторая. Ну там у меня эти кошки перекопали. Вон половина нету. Так жалко. Вот у меня лилейники по сторонам. Это у меня золотой шар. Так, хочу показать. Картошку мы не сажаем, у нас места нет. Это вот и надо будет убрать вот эти вот все сетки оттуда. Потом уже посадить. Вот здесь я еще не пропалывала. Вот эти три грядки пропалывала, 3,5. Вот никак вот надо добраться сегодня, что ли. Сегодня, наверное, пропалю. Здесь у меня тоже капусточка. Вот такая неплохая капусточка. Вот тоже мы покупали на рынке. Вот. Эту мы уже позже сажали. Ну, в общем, некоторую раньше посадили. Вот там подсаживали. Маленькая. Вот, которая он вообще плохо принимается. Я вытаскивала такие, смотрела. Черви съели корни. Поэтому она вот так вот плохо идет. Вот. В общем. Вот, пошла вот капусточка. У меня тоже стояла. Это цветная у меня здесь. Вот. Это картошку я посадила. Картошка, вот видите, что кошки делают. Видите, что. Вот уже тут в туалет сходили. Здесь все перекопали. Вот опять и тут в туалет сходили. Вот видите, что кошки делают. Вот. Вот куча. Вот так они хулиганят, наши кошки. Ну, куда вот деться?
Вот сели, то ли сходи, покакали и все. У меня баклажан мои отходят, которые у меня вот замерзли. Они. Вот я тоже этот ряд прополола, а этот нет еще. Вот они идут. Ну, кто-то их ест там, не знаю. В общем, ну, не знаю, будет, нет. Я баклажаны уже покупать не буду. Потому что мои баклажаны, которые я в феврале сеяла, они бы уже урожай давали, они уже у меня цвели. А сейчас бесполезно сажать. У меня соседка вот посадила. А вот такие маленькие. Вон как я перец посадила. Ну так, будет, немножко грядочку. Я обычно сажаю, сею рано. Я когда уже высаживаю в огород, они мне цветут уже и дают урожай. И мы за эти 2-3 месяца получаем нормальный урожай. А сейчас сажать это бесполезно, потому что 1 сентября уже будет холодно. И опять бегать, что-то там закрывать, просто и в холоде. И они все равно прекратят свой рост. Мне не хочется. Вот такой вот в этом году у нас год получился, что все померзло. Вот здесь вот у нас вот крыжовник. Такой зелененький. Немножко, но есть такой большой. Смородинки мало. Вот еще я не высадила. Вот мне соседка дала. Я сегодня высажу вот эти помидорки. Ну, не знаю, будет чего от них, не будет. Не знаю, я обычно вот в это время такие маленькие не сажаю, потому что пока они вырастут, пока они уже будет холодно, урожая не будет такого, какого бы хотелось. Вишни совсем мало, почти нету. Ну вот. В общем, вот здесь мы посеяли. Тут горох, овес и кое-где кукурузу я воткнула, оставалось. Здесь просто уже не знали, что сеять, скопали. Не знали, что здесь вообще-то тень идет от дома. Ну вот мы вот так овес посеяли, горох с ним вместе. И вот так. Вот малина по забору у меня растет. Вот у меня свекла. Вот здесь вот у меня свекла растет. Вот грядочка. Свекла неплохая, я бы сказала. Вот. Прореживать я ее тоже не буду. Потом она, когда будет маленькая, я ее буду выдергивать, кушать, как редиску. Буду выдергивать, кушать. Вот. Здесь вот у меня тоже вот клубничка такая большая. Вот не прореживала, не пропалывала. Вот тоже тут укроп. И прям как-то жалко. Вроде бы и укропа хочется покушать. Вот такая вот у меня свекла. Свекла неплохая. Тоже вот руки не доходят. Вот здесь у меня клубничка. Вот я сажала. Я хотела здесь новые грядки сделать. Вот усы пустила. Я хочу сделать рассаду свою. Потому что я на рынке смотрела. Мне там рассада та не понравилась. На рынке. Здесь они вот большие, хорошие. И вот я свою рассаду сделаю. Вон они усы дают уже. Вот розочка моя скоро цвести будет. Это вьющая такая розочка. Вот такой вот кустик красивый. Вот прям большие полезли. Вот побег полез. Хорошая такая. Вот скоро распускаться будет моя розочка. Красивая такая. Такой кустик красивый, кругленький. А это вот роза я из дома, которую высадила. Что-то она плохо у меня растет. Ну, ничего, пойдет. Вот роза я купила в этом году. Вот она тоже у меня цвести будет. Вот тоже хорошо так пошла. Я прыскала их, потому что уже начало это, паразиты начали кровь сосать. Вот. А здесь что-то, я не знаю, это что-то такие жучки, что ли? Нет. Вот так вот они у меня. Вот, отдыхают. На солнышке. Вот такие уже. Это первый выводок. Вот такие большие они у меня уже. А теперь второй выводок. А третий выводок дома у меня. Вот я им корм купила. Вот этот вот такой вот специально для цыпочек. У меня водичка вот стоит. Я наливаю им. Они ее почему-то
все время. Вот это вот первый выводок у меня. Куда? Туда нельзя. Вот такие уже большие. А это у меня вот второй выводок. А третий выводок у меня дома в коробке сидит. Что-то сегодня то холодно, то солнышко выйдет, то нету солнышка. Я боюсь их вытаскивать. Они у меня, это, думаю, померзнут. У меня вот клетка стоит здесь. Вот такая вот клеточка специально для них. Домик мы сделали. Но ветер, холодно для них все-таки. Они у меня под лампой сидят. Я их не стала высаживать туда в домик. Думаю, пусть дома сидят. Сегодня не буду. Вот такой вот у нас маленький огородик. Вот. Вот здесь моя скотинка. А вот Бяша наша маленькая, Бяша. Вот уточка. У меня почему-то вот эти утки не несутся. Я хотела вывести утяток, но что-то нет. Наверное, придется их зарезать, даже не знаю, что. Вот мои козы. Ну, в общем, вот наше, мое хозяйство. Вот, ну, всем пока-пока. Вроде все показала. До новых встреч.